Добрый день, дорогие зрители! Вы на канале «Переезд на юг без денег». Сегодня мы вам хотим показать, что мы опять немножко делали забор. Потом к нам пришел нежданный гость. И у нас петухи устроили петушиные бои. Сегодня к нам в гости пришел вот такой красавец. Да? Ёжик. Маленький. Он какой-то сонный еще. Сонный. Стоит сонный, не трогай его. Да. Принеси-ка ему яблочко или что-нибудь. Яблоко забыл в кульке. Иди-ка яблочко, принеси ему. На, баба, да. Не пищи. Да. Да? Чуть никакой. Ой. Ключи. Ключи, да? Ага. Он не хочет. Тихо. Не испугался, наверное. Тихо. Сидит испуганный, наверное, весь. Соки. Ну, он посидит, посидит и убежит потом. Да, убежит. Да? Не будем его беспокоить? Не будем. Наша собачка. Любительница прятаться здесь. Один раз долго искали, куда коза делась. Она в бочке сидела. Спряталась. Да? Мила. Вот сегодня мы опять немножко доделывали забор. Вот здесь шили со старой рабицей. Новая закончилась. До конца не хватило. Здесь состыковали со старой. Дальше поставили вот такие ворота. Старые тут были. Но на всякий случай, мало ли, чтобы заезжать на машине можно было. И до конца. Вот осталось только еще вот здесь в хоздворе там. До конца все прибраться. Сорняки все выпалывать. Мусор весь. Вот так вот помаленьку, потихонечку делаем дела. Вот надо убрать вот этот старый забор, который стоит здесь. Вот этот весь. Он уже чуть живой весь. Вот эта рабица еще пригодится, старая. Она вот тут еще лежит. Вот. Вот здесь будет. А да, забор новый будет дальше. Вот здесь. Здесь будем делать сад. Эти деревья надо спилить все старые, сухие. А вот тут этот забор будем убирать. Вот начали уже траву опять рвать кучами.
целыми. Вот этот забор надо весь убирать, который вот здесь стоит. Вот этот. Все уберем. Потом как-то займемся все-таки разборкой еще того сарая. Уборкой вот этих всех дров. Разобраться надо все в кучу. Вот. Ну, мужская сила одна. Остальные женские силы. Ну, будем делать как-то потихонечку, не торопясь. Что сделать? Работы много, да, непочатый край. Ой, ну, хочется вот здесь вообще, вот это место. Вот здесь отсюда прямо и вот туда до нового забора. Здесь сделать хороший сад. Плюс виноградник сделать, все. Вон тут сарайку, вон ту сарайку дальнюю, вот эту, надо снести. И вот эту, вот этот сарай надо снести. Еще. Вот. С этими сараями надо, конечно, разбираться, что с ними делать. Один вот этот точно оставим. Это дровяник будет. Мы уже сюда начали дрова складывать. Он более-менее такой прямой. И крыша нормальная. Даже его, можно сказать, ремонтировать не надо. Если только чуть-чуть поправить, чтобы ровненько стоял. Вот. Ну, здесь, конечно, это уголь, сарай с углем. Ну, пока трогать ничего не будем. Вот. Ну, тут надо все ломать. Вот это тоже. Вот это тоже надо все ломать, разбирать. Ой, ну, зима длинная. Потихонечку как-нибудь все это разберем. Все это сделаем. Будем делать как-то что-то. Ну, по крайней мере, сейчас мы отгородились уже от поля полностью. Можно и собак спускать без привязи. Вот. Ну, как-то так. Вчера мы сдали последние документы в МФЦ на выделение детям доли, чтобы они были полноправные владельцы. Вот. Сказали, документы будут делать в течение 5 рабочих дней. Через 5 рабочих дней где-то, плюс еще 2 дня на сборы, и я поеду, наверное, в Архангельск, буду уезжать за остальными вещами. Ну, вот примерно где-то так. В Архангельске, наверное, пробуду с неделю, может 2 максимум, но постараюсь, конечно, побыстрее, потому что мне там неохота находиться сегодня там. Вообще, шел дождь со снегом, говорят, рассказывают нам, звонят. По ночам заморозки до -3 стали в Архангельске уже. Мерзнуть мне уже неохота. Хочется туда и обратно поскорее. Ну, всем спасибо, всем до свидания и до завтра.